Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Shadowfight 2. Сегодня нас ждет затмение, и я постараюсь пройти всех боссов за один только лишь ролик. Не знаю, получится у меня это либо нет, потому что я посражался один раз с рысью. Хотелось бы об этом сказать. На 52-м левеле, когда у меня оружие было 51-го, я понял, что достаточно сложный рысь оказывается. И поэтому пришлось немного прокачаться. Но сейчас я во все оружие, и я надеюсь, что с рысью я разберусь, а дальше уже будет легче, потому что у меня будет уже 52-го левела оружие, это когти рыси, вместе с бомбочками. И на отшельнике мне будет легче, я надеюсь. Кстати, сегодня 30 марта, уже 31-го, кстати. Да, 31-го, не 30-го. И вышла игра Shades, но, к сожалению, на данный момент в России, в Беларуси и в других странах СНГ она недоступна, поэтому приходится пока что ждать. Как только игра релизнется, сразу же запишу ролики, и мы начнем прохождение этой игры. Ну а пока она доступна в Норвегии, еще в 16 странах, поэтому, в принципе, да, игра вроде бы релиз и вышел, но пока не для наших страны. Для нашей страны. Это и понятное дело, потому что население России очень большое. В Норвегии все-таки 5 миллионов человек, когда в России 140. И вы понимаете, запуск идет постепенно. Не сразу же на огромную страну. Все-таки начинаем с малого. Вот, такие дела. А прямо сейчас давайте все-таки рысь пройдем. И да, хотелось бы напомнить, что у меня есть социальные сети, на которые вы должны подписаться. И на канал тоже. Почему должны? Никто никому ничего не должен. Но все-таки... Если вы цените мои ролики по Shadowfight 2, хотя на данный момент по лайкам это не особо понятно, то, конечно же, подпишитесь на мои социальные сети. Это будет приятно. Вот, даже игра вылетела, потому что ты не поставил лайк. Ладно, в бой, погнали. У нас тут рысь, я надеюсь, сейчас затащу. Все-таки первый на затмении босс получается, и все-таки оружие надо как-то его заполучить. Поэтому, надеюсь, сейчас будет все в разы легче, нежели чем было. Хотя, честно говоря, я не уверен. На все 100% ничего не врезали тут. Ладно, хорошо, атакуем. Да, кстати, больше урона. Больше урона я наношу. Достаточно много урона. Раньше наносил меньше, скажу сразу же. Очень мало я наносил урона. Из-за этого я проигрывал. Ну, вот такого я не ожидал. Два удара, бомбочка, и все, я теряю оружие. И удар по голове, да. Ладно, ладно, ну повезло один раз, окей, хорошо, пусть будет так, почему бы и нет. Так, вот когда он отпрыгивает так, ой-ой-ой, вот эти вот грабли его, конечно, они жутко классные, они жутко крутые. Вот чего отрицать не буду, то что у него оружие очень крутое. Оно, смотрите, как меня вытянуло только что, но мы побеждаем, потому что все-таки расстояние это не самое главное. Когда много здоровья, все равно побеждаем. Но опять же, он может вытягивать так постоянно. И это делается достаточно резко, поэтому иногда я просто могу не вывозить. Хорош. Кстати, он только что исчез. Блин, ну как так с полета-то? Прям с полета нанесся урон был. Это жесть. Я на нем к нему несусь, а он по мне урон наносит. Давай, 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 разгоняйся. Хорош, счет 2-1. Мы справились. Отлично. Ну, с полета, когда он атаку делал, это было жестко прям. Ну, круто, но жестко. Жестко круто, наверное. Так, ладно. Добиваем немного. И теперь разгон. Отлично, взлет. Еще два удара. И теперь снова разгон. Хорош. И снова два удара. Он ко мне подошел. Поэтому снова разгон. И снова разгон, давай на перфекте. Хорош, отлично. 3-1. Счет 3-1. Мы забираем оружие. И я получаю недотрогу. Мастера охоты. Класс, клево. Аж целых 2 ачивочки. И, конечно же, самое главное, это вот это вот великолепное оружие. Я думал, у данных персонажей хоть какой-то текст будет. Но оказывается, что, собственно, текста никакого не будет. Но при этом оружие я заполучаю. И вот, как вы видите... Они 52 левела, а это в разы круче, нежели чем они бы были. Потому что были бы они, например, там, если бы я на 40 левеле их заполучил 40-го, а потом до 52-го мне бы их пришлось еще и прокачивать. А сейчас это не требуется делать, и поэтому без особых проблем, прям на отшельнике, возможно, я их как раз-таки сумею затестить. Хотя отшельник почему-то на нормально, здесь уже на сложно, здесь на сложно, и здесь на сложно. И Сёгун...
но нормально. Очень странная какая-то концепция, но, видимо, так и должно быть. Что ж, ребят, я решил пойти от обратного и все-таки пройти следующим Сёгуна. Почему именно его? Потому что думаю такой, интересно, возможно, некоторые ребята решат перемотать, посмотреть сразу же Сёгуна, потому что он интересный, и, конечно же, пропустить великих оставшихся боссов. Поэтому буду их рандомно забрасывать, и вот сейчас Сёгуна, а потом посмотрим, кого я пройду. Что ж, ладно, давайте смотреть. На данный момент я могу получить это оружие. Заранее я уже всех прошел, как вы видите, ну, имеется в виду обычных ребят, так вот этих вот, чтобы нам не возиться снова с этими боями, и поэтому я уже заранее это все сделал, и все, что остается, это, конечно же, пройти, ну, остается боссов, естественно, и я надеюсь, это прямо сейчас и сделаю. Диалогов у них никаких нет, это печально, конечно, я не знаю, будет легко, либо будет просто, но все-таки я считаю, что стоит попытать как-то удачу и, естественно, пройти их. Поэтому будем стараться. Бомбочки он вешает. Я даже попытался прокачать немножко на зачар свою бронь. Но получилось как получилось. И у меня плюс 700% накопления магии по зачару прокачалось. Я такой, ладно, пусть будет. Вот, как вы видите, сработала темка. О, я тут вот промахнулся. Кстати, у Сёгуна все были очень и очень легкими. Очень странная тема на самом деле. Я не знаю, как это оправдать. И давайте его сразу же магию бахнем. Вот так вот, давай, хорош, счет 1-0. Ладно, здесь я справился достаточно легко и просто, но что будет дальше, непонятно. Так, меня оттолкнуть решили. Хорош, хорош, прям аж это, мне экран обрубило. Вспомнил, да, вот эту вот тему. Вот так вот. Сейчас бомбочка будет крайне редко вешаться, почему-то именно только в первый раз она вешается нормально. Уже когда второй раз против боссов играешь, она вешается прям, ну... рандомно, прям очень рандомно. А, вот, она повесилась, отлично, подлетаем. И далее магия. Ух ты, уклониться успел все-таки. Ну, надежда-то была. Хотел попасть, но, как вы видите, не судьба. Отлично, он по мне магию хотел заюзать. Ах ты плохиш. Получай. Ох, вот тут вот, конечно, он хорошо так поступил. Вот здесь я не знаю, что делать. Просто дожидаюсь, пока он среагирует как-то на атаку мою. А дальше посмотрели бы. О, как-то далековато он отошел. А, подходим, бросаем сюрик. А, пробивания нет никакого. И вот здесь вот можно было бы магии, конечно, садануть. Блин, он меня прям выцепил. Ну, жесть просто-напросто. Давай, лупась. Блин, ну... Хорош, я уклонился, по-моему. А, блин, дерево сработало, ладно. Давайте магию попробуем. Блин, ну как же он отпрыгивает постоянно от этой магии. Они прям очень хорошо умеют уклоняться. И, ребят, ну прям 4 раза подряд сработала защита. Сделать было очень сложно что-либо. Вот Сёгун вот этим вот и бесит прям очень сильно. То, что защита срабатывает. И что дальше делать, непонятно. Вот уже какой раз сработала защита. Раза 4, ух ты. И вот я тут... прям подгорел. Блин, ничего не могу сделать. Да подойди ты к нему, ударь хоть раз. Он держится на расстоянии. Он держится прям постоянно на расстоянии. Так, ладно, уклоняемся. Хорош. Ну, ударь, пожалуйста, повесь бомбу. Отлично, получилось. Хорошо, что бомба вроде как постоянно наносит урон. Не было еще такого момента, что он в защитке от бомбы был. Так, снова. Давай вот так вот. Хороший, он снова в защиту ушел. Нет, тут не получится. Хотя вот здесь я уклонюсь, наверное. Нет, выцепила магия. Притом я вроде вовремя уклонился. Странно. Ай, блин, ну тут я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Хорош. Давай вот так вот. Отлично. И последний добивающий. Счет 2-1 мне аж отлично написало. Прям, я не знаю, как это получилось. Но вышло, вышло одолеть второй раз. Давай, еще раз. Хорош. Три защиты в подряд. Три в подряд, ладно. Он держится прям очень близко на расстоянии. Хорош, сзади, конечно. Блин, если бы у меня защита прокачалась, это было бы классно. Сейчас он взорвется и далее магию можно пустить. Хорош. Отлично, вот так вот. И вот здесь вот, отлично, пробили. Блин. Давай, хорош. Так,
И теперь добивающий. Хорош, счет 3-1. Получилось. Слава королю. Слава королю. Да, 100%. Блин, кое-как прошел, забираем его мечики и, конечно же, двигаемся дальше. Я не помню, кстати, что по зачару дают мечи, а мечи перегрев выдают. А, ну, кстати, неплохая фича, но я думаю, пока ей пользоваться не будем. И следующим пройдем, наверное, мясника. Вот, мясник, классное оружие. Поэтому, да, будем, конечно же, играть, стараться за него. Поэтому я думаю, что пора нажать бой. Кстати, ни у кого серпов не было. Мне показалось, что у мясника они, а у него не совсем серпы-то. Блин, мне надо как-то серпи будет приобрести. Надеюсь, я как-нибудь это сделаю. Все-таки рубинов, мне кажется, будет все равно недостаточно. Поэтому, да, заходим на мясника. Я думал, на нем серпы будут с кровотоком. Но на нем есть кровоток, но далеко не тот, что нужно. Ну ладно. Что ж, давайте для начала заберем это оружие. Оно вроде как классное, кровоток наносит очень часто. В этом и есть плюс. Воу! Сильный удар. Сильный, независимый удар. Отлично. Ох, бомбочка первая пошла. Так, вот при взлете его можно и вторую нанести было бы. Кстати, при бомбочке он особо не взлетает. Вы посмотрите, его прям откидывает очень-очень-то... Не очень как-то. Угу. Ну, он самый легкий, мне кажется, будет босс. Хотя на данный момент ты не скажешь. Но это магия. Это магия, ребят. Тут проблема в том, что я уклониться не успел. Если бы не она, то я бы прошел его. Кто ж знал, что он так резко и яро нанесет магию? Блин, ну как уклоняется-то от каждого удара? А я не от одного уклониться не могу вообще. Казалось бы, самый легкий босс будет, а на деле-то я уже второй раз помер и ничего сделать не смог. Идеально, идеально, просто круто. Конечно, когда они уклоняются от каждого удара, я только грибсти могу и вот на расстоянии бить, что не очень классно. Не, на расстоянии я как раз-таки не могу бить, а они уклоняются постоянно от моего удара. Где бомба? В чем толк, если она не работает? Хорош. Он не успеет уклониться от магии. Отлично. И давай взрывайся. Готово. Счет 1-2. Блин, тут он в любой момент может по мне магию выпустить и победить. Поэтому победить 3 раза подряд, это, конечно, серьезно будет. Конечно, когда по мне кровоток наносят сразу же. Один удар и столько... Да. Стоп, это звук. И столько урона сразу же, моментом. Ладно, снова пытаемся пройти мясника. Наверное, я иду от сложного к легким боссам. Хотя оса, мне кажется, не самым легким боссом будет. Но все-таки попытать удачи стоит. Это 100%. Проиграл, проиграл, бывает. Так, наносим урон. Зато длинный ролик получится. Не сразу же прохожу всех. Поэтому ролик, наверное, очень длинный получится. Вот как он успел отпрыгнуть от этого удара, я не понимаю. Вроде я быстрее, скажем так, наношу урон, чем он на стену лезет. Хорош, хорош, конечно, круто. Так. Мне бы не давать наносить по себе урон, и я бы прошел его еще легче. Но, видимо, тут так это не работает. Поэтому приходится возиться. Видите, один удар, и все, и по мне кровоток срабатывает. Хорош. Давай, 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 давай. Вот тут вот шансы были. Давай, блин, нет. Давай, хорош, вот так вот. Отлично, сейчас он взрывается, и мы еще магию сверху наносим. Подходим, блин. А нет, вот видите, да жесть. Не успеваю реагировать на магию, она так резко появляется. Как от нее уворачиваться, я без понятия. Заранее считывать тоже не вариант. Так, хорош, сейчас взорвется, отлично. Чуть себе не нанес по мне урон. Хороший, кстати, урон такой. Давай, вот так вот. Готово, получай. Еще 2 удара сверху. Так, и, блин, вот этот вот удар, он самый дебильный на самом деле. Потому что пока он допрыгнет и там что-то сумеет сделать, пройдет кучу времени. Неоправданного времени. Ой-ой-ой-ой. Ух ты, это прыжок был, серьезно? Нет, ну как они уклоняются-то от магии? Какая у меня дебильная магия, вот серьезно. Вот если бы у меня был шар, я бы хотя бы попадал. А здесь уклониться от нее, ну это изи просто. Меня разносит неправдоподобно, мне кажется. Жирный не может так разносить. Определенно не может. Давай ты, иди ты отсюда.
Хорош, ну наконец-таки. Вот пошла жара. Вот это я понимаю, в принципе, победа будет. Далее Сюрик бросить. Все, победа, счет 2-2. Вот как его побеждать можно легко. В те моменты, когда он выпендривается и успевает еще уклоняться от моих ударов, я в ахере нахожусь на самом деле. Так. Не сработало два раза пробитие блока, зато у него два волшебных глаза, даже три сработало на ура. Угу. Так. Хорош. Сейчас он взрывается, и мы магию сразу же пускаем. Вот здесь он уклониться не сумеет. Хорош. Вот как тут он уклоняется от сюриков, я вообще не вдупляю. Так. Все, счет 3-2, одолели. Ну, блин, со счетом 3-2 это было очень жестко. Но отбивную из него мы определенно сделали. Это хорошо. Его оружие я также забираю. И следующий, кто у нас будет, наверное, это будет оса. Потому что все-таки оса это сложно отчасти. И она летает. В общем-то, да, надо с ней как-то разобраться. И я постараюсь это сейчас сделать. Притом у меня шлем не прокачан до сих пор. И поэтому, да, достаточно сложно реализовать что-либо с непрокачанным шлемом. Кстати, можно было серп взять на кровоток, я думаю, это было бы лучше. Ну ладно, раз я уже играю когтями рыси, то будем и дальше ими играть. Воу! Воу! Ничего себе! Взернули меня классно, очень круто. Хорошо. Я понял, ладно. Пробуем снова. Так, отлично, удар один есть, два удара есть, три удара есть, четыре удара есть, пять ударов есть, шесть ударов есть, семь ударов. Хотя, вроде должно было засчитать больше, я просто не могу ее отогнать от стеночки. Но у нас вроде все получилось, да, счет 1-1. Хотя дальше будет сложнее, по-моему. А я не знаю, как сейчас она отскакивать от стены будет сразу же, либо нет. Но кто ее знает, на самом деле, поэтому тут бы, конечно, подстраховаться. Я поэтому вот только что перекат на самом деле сделал. Отлично, и далее магию можем пустить. Хорош, полетала. Оба. И еще одну бомбочку, все, счет 2-1. Ну ладно, здесь как-то легко получилось все. Но мне кажется, это просто везение. То, что она не взлетела о стенку. Так, ладно. Прошло все мимо. Давай-давай, вот так вот, хорош. Блин, ну не знаю, как тут снова удары пройдут. И пройдут ли? Расстояние не считал немножко. Так, и сразу же магию. Хорош. Так, блин, вот тут вот удар не получилось сделать. О, хорош. Давай. Блин, ну как же она меня оттолкнула. Сюрик. Еще один. Все, счет 3-1. Со счетом 3-1 мы ее очень быстро одолеваем. Человек за бортом. Нормально. Но с ней легко и просто все было. Даже странно как-то. Решил я все-таки взять оружие мясника, попробовать поиграть им. У меня как раз-таки две энергии имеется. Энергии. И как раз-таки вдову сейчас попробуем одолеть. Именно не серпами, а вот этими вот топорами мясника. Не знаю, что получится, но сейчас посмотрим. Тень против вдовы. Жесткий бой достаточно. Но я надеюсь, кровотечение зарешает. Ну, если оно здесь срабатывает на ура и сразу же. Ну да, оно срабатывает прям на ура и сразу же. Хорош. Так, ладно, здесь она заблокироваться сумела. Так, здесь вот такой вот удар сделаем. И далее вот такой на харде. Далее еще один взмах. Ну, пока один кровоток только лег, больше не было. Что-то мне кажется, оружие рыси самое здесь будет прям идеальное в этом плане. Потому что можно комбинировать удар магии и сразу же бомбочку. Потому что без этого никуда, если это не комбинировать. Здесь же комбинации будут посложнее, так как магию ту же самую задействовать будет очень сложно. Так, хорош. Ну и вот, видите, до сих пор не сработал кровоток. Притом один раз только сработал и все. Ладно, окей. Попробуем вот таким вот образом. Хорош, уклониться я-то успел. Знал, что этот удар меня постигнет. Ага, кровоток есть. Хм, блин, она успела уклониться. Давай. Нет, я не успел ударить по ней. Странная ситуация. Воу, нет. Дерево сработало. Как мне повезло на самом деле, что я со счетом 2-0 ее порвал. Потому что если бы не дерево, то талант бы, конечно, здесь... Ох ты.
Да как так-то? Я по ней не попал, серьезно. Вот так вот. Провели, далее магия, хорош. И еще парочку ударов, кровоток на ура работает. Он даже не дает ей возможности восстановиться нормально, потому что я уже несколько кровотоков повесил и со счетом 3-0 победил. Нет, на самом деле мы ее одолели и получаем ачивку «Холодное сердце». Ну и, конечно же, ее вера тоже забираем. И вот как раз-таки остается последний босс, и я вот думаю, может, веера надеть, попробовать их использовать. 40% шанс похитить здоровье противника при ударе, этот шанс зависит от силы свойства. Плюс попробовать сыграть этим оружием, хотя, честно говоря, в такие моменты рисковать не самый лучший момент. Но так как остался только лишь один отшельник на затмении, то пройти, я думаю, у нас его получится без особых проблем. Поэтому прямо сейчас и будем пробовать отшельника одолевать довольно странным оружием на деле. Ну, а я оружие Псёгина тоже затестил. Просто мне хочется веера побросать. Воу. Ну, ладно. Хорошо. О, вернулось. Рил. Возвращается здоровье очень часто. Так, хорош. Воу, полетело. Только... О, хорош. Хорош. Вернулось. Ну, немного вроде бы вернулось здоровье. Я не понимаю, сколько возвращается. То ли от урона 40%, то ли как. Эх, блин. У нас классные уроны, на самом деле. Что у него... Что у этого деда, что у не этого деда. Я успел пустить магию? Да, конечно же. И давайте сюрик. Нет. Хорош, меня дерево спасло. Если бы не оно, я бы проиграл на деле. Но это было довольно круто. И сюрикен все-таки спас меня немножко. Так, ладно. Вот так вот. Не достал, что ли? Серьезно? Воу. Хорош. Наносим вот такую вот атаку. И, блин, я не попал, серьезно, что ли? Вот так вот. Ой, он магией промахнулся. Второй раз по мне нанести ее мог. Ой-ой-ой-ой. Да, меня тут добивать будут очень быстро. Я не знаю, продолжать либо нет, потому что... Как-то все-таки, когда кровоток, либо бомбы, шансов больше на победу, нежели чем когда восстановление здоровья. Да, оно как-то не особо мне помогает. Ну, дополнительного урона нет. То, что мне восстанавливает здоровье, это, конечно, круто. Но вот когда он начинает вот эту вот штуку задействовать, то тут уже появляются небольшие проблемы. Да, и вот магия снова. Снова дерево и снова меня добивает. Нет, все-таки я меняю оружие. К сожалению, к моему великому сожалению, здесь... Все-таки лучше не рисковать, а надеть доброе, нормальное такое оружие, которое реально победить сумеет 100%. Ну, по крайней мере, я попытался как-то хотя бы попробовать. Но сложно. В такие моменты очень сложно что-либо дается. Поэтому легче всего все-таки вернуться на старое доброе оружие и попытаться пройти. Так, ладно, давай, отшельник. Я в тебя верю, что ты ничего сделать не сможешь. Вот, уже бомбочки в начале. Бах, взрыв, отлично. Еще одну можно, пока он летел, наложить. И все, отлично, вот он и летает. Да, сразу же виден потенциал некоторых зачаров. Когда один зачар тебе по факту не помогает, а другой зачар... Берет и разносит твоего противника очень быстро. Вот в этом-то их и суть, как я понимаю. И, естественно, многие даже этим оружием проходили Титана. Я не удивлен, так как все-таки бомбы с магией, я думаю, это очень классная коллаба. Вы видите, он у меня просто летал по всей карте и на перфекте еще победить сумел. С предыдущим оружием такого не было, поэтому, возможно, если бы какие бомбы в виде зачара на эти веера поставить, то, может быть, все тоже было бы идеально. О, хорош, магия. Опа, блин, я тут понтануться решил, круто прыгнуть, но что-то круто не получилось. Ай, блин, вот этот еще ненавижу дебилизм, когда он меня отталкивает. Хорош, слезь. Молнии твои подождут, Рейден. Так, отлично, и магия бамц, готова. А вот здесь вот почему я по нему не ударил, это очень странный момент. Хорош, хорош, два удара и бомба, счет 3-0. Круто, классно. И трое подряд я получил такую вот награду и тайное знание. Шикарно, шикарно. Окей, забираем оружие и что у нас остается? А непонятно на самом деле, что остается, но сам факт того, что я 3 рубина забрал, за что? А за что мне дали 3 рубина? Затяни раунд до 90 секунд 5 раз? А, нет, стоп, это не то что-то. Почему у меня вылетает игра? Игра, не беспокой меня. Так, а где награда еще? Что-то я понять не могу. Получить.
получить награду, получить. Угу. А, видимо, трое в подряд. А, вот что-то типа того было, и мне дали как раз-таки 3 рубина. Но вот почему-то от заката до рассвета за тени раунда 90 секунд 5 раз во время затмения у меня не вышло сделать. Ну ладно, бывает. Как есть. Ну, ничего страшного, я считаю, что и так все классно получилось. И 96 рубинов у меня имеется. Единственное, что я сейчас хочу посмотреть, это у меня остается, получается, только лишь здесь 2 телохранителя. Одного из них я уже сейчас могу пройти, но оставлю это на отдельный видос. Крейсера я пройти могу, это я пройти могу. И где же находятся серпы? Вот вопрос интересный достаточно. Они же где-то здесь, и они без зачара, насколько я помню. Вот они. Серпы, 182 рубина, либо 4,5 миллионов монет. Блин, тут надо было, конечно, выбор не в пользу Кусаригамы делать, но раз я уже заранее ее прокачал, то, видимо, обратного пути нет. А приобрести отдельно какое-нибудь из оружия у меня все равно, как я понимаю, не получится. Вот, например, как Дзяньгоу какой-нибудь. И серпов именно с кровотоком их нет. Видимо, я их отдельно делал. Я приобретал серпы и потом кровоток уже накладывал после. А по-другому, как я понимаю, титана я не одолевал ранее. Ну, хорошо, хорошо. Я посмотрю, что можно будет сделать. Для начала, конечно, будем играть так, как на данный момент есть. Зато все оружие, которое можно было забрать, я забрал. И это, конечно же, круто. Вот такой вот видос, ребят, получился. Что будет дальше, я пока не знаю, но, скорее всего, перейдем дальше проходить титанов. Вот, ну, имеется в виду телохранителей. А там посмотрим. Но самое главное, затмение я прошел и прошел достаточно быстро. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.